забираем веру тут, жмем ОК. И попадаем, в принципе, в меню самой веры КАЗ, где мы можем как раз зайти в Skype. А, вот как раз к нам звонят сейчас. Давайте посмотрим, как это делается. Просто, когда идет звонок, у вас появляется иконка в углу. А если включить звук, то со звуковым сопровождением. И вы просто нажимаете, вы можете либо оставить контент и смотреть дальше то, что вы смотрели, да, либо пообщаться с вашим другом. Друг. Настя, привет! Ну, халявный Wi-Fi, ограниченной скорости. Вся фишка в чем? Вся фишка как раз к видеокамере. То есть, если вы общаетесь с телевизором на телевизоре, то у вас будет картинка очень высокого качества, потому что сама видеокамера, она очень хорошего качества. У нее 4 направленных микрофона для объемного звука, потому что как бы это не персональный компьютер, где вы сидите прямо перед ним, да, общаетесь. Вам нужна именно дальность. И разрешение хорошее. И если вы общаетесь, допустим, с телевизором на ноутбук, да, то здесь, соответственно, вас видят в хорошем качестве, вы видите, насколько сможет, позволяет веб-камера у вашего собеседника. Меню скайпа, оно очень знакомо, то есть если у кого-то на компьютере есть, все так же ярко, красиво, то есть здесь можно посмотреть звонки, совершить телефонный звонок, соответственно, посмотреть историю, добавить контакты, просмотреть контакты. Ну и вот с июля, то есть до июля эта функция в телевизорах не работала, сейчас все сервера настроены, и в телевизоре она работает ровно так же, как в компьютере. То есть, да, теперь как бы клево, вы сели за диваном, да, собрались с семьей, позвонили родственникам в другой город, в другую страну, на другую улицу, в конце концов, да. Можешь не отрываться от своих каких-то дел, за диваном, за телевизором, раз, что-то сбриндило в голову, да, позвоню. Взял, позвонил, да. Также Twitter добавился, то есть еще один из ресурсов, который позволяет вам общаться, да? При помощи либо пульта, да, вы можете вводить сообщение, либо клавиатуру, соответственно. Вот, если по скайпу есть вопросы, можете пробовать сами, может, если у кого-то есть контакт, и кто сейчас есть в скайпе, ну, может позвонить. То есть, если нет, то нет. Что, есть у кого-нибудь кто-нибудь знакомый, кто в скайпе сидит? Есть. Позвоним? Ну, не сейчас. Жаль. Что касается скайпа, если есть еще вопросы, скорость минимальная 2 мегабита. Достаточно. Рекомендуемая. Да.